Избегайте современной музыки, изучайте пергалези. И когда вы все выучите наизусть, еще изучайте его до тех пор, пока вам более не встретится нужды в изучении композиции. Так писал о выдающемся итальянском композиторе XVIII века Жан-Жак Руссо. Жан-Батист Пергалези родился в 1710 году. Талант его проявился рано, и блистательные оперы композитора «Служанка-госпожа», «Орфей», «Олимпиада» были весьма популярны в среде итальянской публики. Блистательна была и его камерная музыка, которая до сих пор звучит на всех концертных площадках мира. За простоту и изысканность Пергалези еще называли Рафаэлем от музыки. Особая часть творчества мастера – его духовная музыка, и вершиной ее является кантата «Стабат Матер». Произведение было написано на стихи монаха Якопоне да Тодди. Вдохновением стала поэма о скорбящей Деве Марии в часы распятия ее дорогого сына. И получился великий шедевр религиозной музыки. Написана была кантата незадолго до смерти композитора. Молодой человек был влюблен, и история его любви печальна. Родители девушки были против ее союза с бедным музыкантом. Более того, они отправили дочь в монастырь. Там она и умерла вскоре от чахотки. Это было страшным ударом для несчастного Пергалези. Он скончался в тот же год, а было ему лишь 26 лет.